Как ваши напарницы? Довольно хорошо играют, мощно, молодцы. Сама устала? Не совсем. Мало и уставала больше. Так что я буду дальше тренироваться. Что? Какие ощущения у вас? Нормальные. Понравилось? Ну ничего, да. Спокойно. Не боитесь? Ну как, на льду чувствуется? Отлично. Нравится? Нравится. Файна. Что-нибудь особенное есть, ощущаете? Очень жарко и очень устало. Нравится? Конечно, нравится. Только форма большая. Ой, классно. Ну, не страшно? Не... Нет. И какое у тебя настроение теперь? Отличное. И кем ты хотела бы быть по амплуа? Защитник, нападающий? Защитник. Защитник. Да. Ну как ощущения? Очень хорошее настроение, очень хорошо. Классно. Ты не жалеешь, что пришла? Нет, я очень хотела сам идти. Да. Ну какие эмоции испытываем? Классные. Очень.
очень весело, хорошо, команда супер. Пригласи, все пригласи. Приходите 8 марта в 4 часа, болейте за нас. Ну как? Клево. Устала? Нет. Ну, мечта твоя сбывается? Да. Папу не это. Не посрамлю. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Как неординарный подарок, мы хотели бы поздравить вас, организуя в нашем ледовом дворце игру для женщин. Так что такой неординарный подарок мы вместе с клубом, который будет содействовать, чтобы вам устроить небольшой праздник. И не упускайте возможность принять участие в этом красивом празднике и показать свои умения, свою красоту, играя